Петербург оправляется после трагедии в метро. Накануне в вагоне поезда на перегоне между станциями метро Технологический институт и Сенная площадь сработало взрывное устройство, в результате чего пострадали порядка 50 человек и погибли 14. Известно, что в числе подозреваемых 23-летний уроженец Кыргызстана, который был связан с запрещенными радикальными группировками. Еще одно устройство гораздо большей мощности он заранее заложил на станции Площадь Восстания. Бомба, к счастью, не сработала. Ее вовремя обнаружили и обезвредили. Сегодня в Петербурге начался трехдневный траур по погибшим в результате взрыва. С ночи люди несут цветы и зажигают свечи у мемориалов возле станции метро. Букет цветов к станции метро Технологический институт возложил и президент России Владимир Путин. Сообщается, что горожане продолжают сдавать кровь в помощь пострадавшим. В усиленном режиме работает полиция города. Пассажиров тщательно досматривают. С официальным обращением к горожанам выступил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Я благодарен всем, кто не дрогнул, не поддался панике, а пришел на помощь жертвам в первые же минуты. Спасибо и тем, кто до позднего вечера бескорыстно развозил людей по домам. В час нелегких испытаний петербуржцы вновь проявили свои лучшие черты. Не сомневаюсь, что злодеи, устроившие это ужасное преступление, будут найдены и понесут заслуженное наказание. Но своей цели они все равно не достигли. Наш город еще никому никогда не удавалось запугать. Известно, что Смольный выделит 23 миллиона рублей для помощи семьям погибших и пострадавших в теракте.